журналиста, наш коллега Бадартас. Мы очень рады вас видеть. Большое спасибо, что вы с нами. Он автор книг о Великой Отечественной войне. К 75-летию Победы у вас вышла серия книг. Давайте более подробно о ней расскажем. Передаю вам слово. Добрый день. Приятно общаться с коллегами и впервые участвую в пресс-конференции в ТАСС. Я отработал 20 лет. Ну, это к слову. Что бы мне хотелось сказать? Для начала я немного статистических данных приведу. У нас на сегодняшний день в живых осталось людей старше 90 лет, мужчин, 121 тысяча человек. Это примерно 0,03%. И условно можно считать, что большинство из них воевало. И постараемся с помощью наших партнеров, в том числе в диджитал формате, через интернет-продажи, донести до читателей как информацию об этом проекте. И сегодняшняя пресс-конференция – это тоже один из шагов в этом направлении. Да вот я думаю, что именно этим, потому что, конечно, молодым читателям, но это все очень далеко для них, да, они понимают, что есть, же была война, да, там все сражались. Ну вот даже пример вот этот наших детей и внуков полководцев, он показывает, что в каждой семье был свой герой. Не обязательно было быть маршалом Советского Союза, чтобы быть героем. Много звездных войн. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Александр Сергеевич Пушкин. Почти 75 лет отделяют нас от Великой Победы. Но большое видится на расстоянии. Сегодня нам понятен космический масштаб подвига нашего народа, победившего фашизм. Вклад в победу деятелей отечественной культуры неоценим.